Здравствуйте, дамы и господа, с вами Елена, вы на моем канале Эллен Элегант. И сегодня я наконец-то поделюсь с вами своими отзывами о компании. Petit Lux обещала я вам уже давно, но не было возможности, поэтому сейчас рассказываю. Итак, 20 октября 2018 года мной на выставке был приобретен вот этот флакон. Это, как мне уже понравился, любимый мой магнит. Запах невероятный. Был мной снят эфир в Инстаграм, после которого мне сказали, что этого запаха хватит на месяц. Вот сейчас уже март. Начало марта 2019 года, вот видите, да, сколько, 4 месяца прошло, даже чуть больше, осталось совсем немного, но все-таки запах есть. Как он источается? Поначалу, вот смотрите, да, в комплекте, собственно, это диффузор для авто, и в комплекте была такая пробка для аромата. Собственно, когда извлекаете пробку, вставляете деревянный элемент, по которому запах поднимается вверх, и, собственно, дерево источает аромат. Также в комплект входит вот такая подставка, липкая очень, для того, чтобы размещать ее, видимо, на панели авто. Итак, я использую ее дома, этот аромат. И что хочу сказать, поначалу аромат был очень интенсивный. Он... Ну, запах настолько был силен, что я ставила его рядом с окном, и тогда для меня он был удобоваримый, да, то есть для тех, кто такой же чувствительный, как и я, к запахам, я думаю, что именно у окна, открытого окна, это их вариант. А для тех, кто очень любит интенсивные насыщенные ароматы, можно размещать в небольшом помещении, и будет аромат очень интенсивен и насыщенен. По поводу линейки ароматов, их довольно много, вот показываю вам сейчас небольшие варианты, но если вы обратитесь на... Это, кстати, корейская, да? Линейка. Обратитесь на сайт, вы увидите, какое количество ароматов есть. Также есть магазины в Москве. Можно непосредственно вживую прийти и ощутить всю эту прелесть. И что хочу сказать, уже приобрела саше. Очень приятная вещь. Находится она у меня в комоде. Вот варианты использования. Видите, да? И автомобиль, и обувь, и комод, и туалет, и шкаф. И все это добоваримо. Запах остался такой очень легкий. То есть комод открываешь, очень ненавязчивый запах сейчас, вот, после 4 месяцев использования. И где-то в ближайшее время, может быть, там, в течение месяца, я заменю уже новое, возьму, открою саше. И что находится внутри, рассказываю вам. Пакетик, бумажный пакетик, который мы вскрываем, и внутри видим такую упаковку блестящую, которую также мы вскрываем, достаем само саше и кладем его обратно вот в эту бумажную упаковку. И, собственно, это и саше источает запах. И тоже очень приятный нежный запах. И вот по поводу стоимости, по-моему, я за 250 рублей приобрела два таких, по-моему, по 250 рублей стоили саше, ну, можно в магазине об этом узнать. По поводу стоимости этого аромата, где-то около 600 рублей. Это большая упаковка, около 1000, точно не помню. Собственно, вот запах для одежды, видите, да, Dress Parfume. Очень интенсивный, это спрей. И он очень интенсивный, для меня он очень сильный. Вот, это вариант для тех, кто любит очень интенсивные запахи для одежды, да, в том числе верхней одежды. Я думаю, что это будет их вариант. У меня в чем сложность? Я на себе ношу аромат Coco Chanel очень долго, где-то больше 10 лет, и никакой аромат не могу носить, мне, собственно, физически плохо становится, поэтому не смогла я справиться с этим интенсивным запахом, и оставила его также для интерьера. Распыляю в интерьере, для запаха интерьера. Ну, очень нежный сейчас, кстати, аромат источается из этой бутыли. Я его ставлю уже на свой рабочий стол рядом с компьютером, и как раз это мой вариант. Вот спустя, да, столько месяцев, такой интенсивный, очень такой настойчивый аромат стал очень нежным и очень приятным. Вот сейчас я распылила, очень сильно пахнет Dress Parfume. Итак, что из себя представляет упаковка и содержимое, собственно, вот большой жидкости, да, объем 2 мл, но, по-моему, это больше, да, объем. Вот это одно и то же у меня магнит. Видите, что-то магнит. То есть один и тот же аромат, просто в большей упаковке. Вот, в ближайшее время, что меня ждет, я уже жду, когда можно будет открыть окна, да, когда достаточно будет тепло. Вскрываем мы крышка, видите, да, она с отверстием. Здесь пробка. Капроновый ее извлекает и вставляет вот такие палочки.
который, собственно, источает аромат. Вот я сейчас открыла, даже пробку не вскрыла, очень интенсивный аромат Магнет, очень интенсивный, мне он очень нравится, и он такой очень богатый и очень интересный. А почему я рекомендую? Собственно, состав мне очень нравится этой фирмы Petit Luxe. Состав входит именно вот ароматические масла и базы натурального качества, что мне очень близко, и очень я интересуюсь именно этим, потому как, собственно, тяжело переношу искусственные запахи. А вот натуральный состав, это, я думаю, что это вот визитная карточка компании Petit Luxe, я поэтому обращаю ваше внимание на него, на эту линейку, и рекомендую вам, кстати, от души, да, потому что мне очень понравилось. Вот, благодарю, что компания вышла на рынок, на российский рынок, и благодарю, что вот на выставке «Атмосфера творчества» мы смогли так поговорить, потому что, собственно, мимо магазина в Мегамолла, конечно, проходишь, а вот когда выставка, она располагает к общению, дегустации ароматов, это, конечно же, очень хороший шаг, и благодарю всех сотрудников, кто был на выставке, кто очень вежливо и очень терпеливо с нами разговаривал, объяснял, и благодарю особенно Викторию за ее внимание и за ее вот прекрасное отношение. Я думаю, что это была, собственно, большая часть заслуги Виктория принадлежит вам, благодаря которому я пришла к этим ароматам. На сайте есть информация о том, как новый магазин открывается в Москве. Я рекомендую просто зайти и почувствовать вот это прекрасное благоухание. Будете там покупать вы или не будете, я не знаю, но то, что вы испытаете удовольствие, если вы очень чувствительны к ароматам, если вы очень любите все запахи, я думаю, что это вот ваш вариант. Я думаю, что вам стоит туда пройтись и сделать вот такой праздник запаха для вашей души. Итак, с вами была Елена. Благодарю вас за внимание. Пишите свои комментарии. Встретимся на моем канале.